Здравствуйте. Всем здорово. Я увидел кошака. Сегодня я ходил в 3 кита. Вот. Купил себе штатив. Вот. Вот. Сейчас мы достанем. Теперь я буду снимать на штатив. Вот он. Такой вот. Вот. Дали пакетик. И был чек. Вот чек. Гарантия у этого штатива 14 дней. Вот. Гарантия по чеку. Я, конечно, его сохраняю. Поэтому сегодня, ну, остальные видео я буду снимать на вот этот вот штатив. Потом будет удобно. Все, короче, объяснил я вам все про этот штатив. Сейчас мы идем прогуляться по горпарку. Сейчас мы дойдем до парка, там погуляем, что-нибудь поделаем, снимем для вас видео. Может, что-нибудь и произойдет. Всем здорово, да, кто меня не знает, я тот самый батончик. Я не настолько сильно популярен, но я крут. Йо. Да. С кубочка. Подписывайтесь на мой канал Максим Акимов, в котором будут записываться разные влоги. Это на Limonix? Нет, это на мой основной канал, который будет снять. А на мой остальный канал не надо подписываться. Да. Потому что это не для влогов. А также, ребят, если вы с моего канала, то напишите под его комментариями «Я от батончика». И мне будет очень приятно. Да, напишите что-нибудь в комментариях. Вообще, оцените влог мой первый. Да? Да, да. Короче, все, короче, когда дойдем до этого, до парка, то я включу камеру. Потому что сейчас просто снимать, как мы идем, нет смысла. Да, это никому не интересно, ребят. Дальше. Мы еще пока не дошли до горпарка, я хочу просто сказать, зачем я вообще купил этот штатив. Ну, потому что просто снимать и держать телефон рукой, это, ну, неудобно. Это выглядит как-то, ну не очень. Вот, и поэтому, чтобы было удобнее снимать, чтобы так у меня и рука хоть не трясется. Вот, хоть нормально можно снять. Вот. Ну, короче, для своего удобства, чтобы было хоть чтобы нормально можно было снять. Вон китайцы. Арка. Ну и китайцы и арка вон тоже. Все, короче, я все сказал. И я начну снимать, когда дойдем до горпарка. Все, давайте. Все, короче, мы пришли в городской парк. Вот. Сейчас мы пойдем, куда нам надо? Давай туда, к сцене. Пойдем сейчас к сцене. К сцене, да, ага. Да, к сцене. Сейчас тут пройдемся, посмотрим. Вон там. В общем, ребят, мы дошли до Первомайского, до городского парка, вот. И сейчас мы идем в сторону сцены, ну, прям на нее. Вот, не знаю, она там пустая. Вот, жалко. Так бы что-нибудь поснимать, вот. Также здесь я вижу оленей каких-то. Или лосей, непонятно. Ну, в общем, дойдем до сцены, я там что-нибудь сниму. Жалко, вот. Что дождь начинается уже. Еще да, дождь начинается. Да, вот. Ты уже второй раз повторил. Прикол в том, что у нас один даже влог будет. Да. Просто у кого-то будет интереснее, а у кого-то может быть Хирокада, например. Опять самолет, они везде уже. Ну, может, мне тоже купить? С 5-го этажа запустить. Уйди на дорогу. Трэш-контент, пускай самолет. Что, пускай мне скидку сделают, он сколько, 150 стоит? У меня есть что. Говорят, там выходим. Сейчас мы залезем на сцену, вон она там вот впереди. А, там будешь пить? Суперским моим качеством, там все видно. Кстати. Есть вот такой вот питьевой фонтанчик. В общем, пока мальчик
выйдет из питьевого фонтана, ну, если он будет... Все, попил я. Все. Доходим все до сцены. Не смотрю. Не хочет из питьевого фонтана пить. Думает, что там бомжи пьют, так все стало. Ладно. Дойдем еще до этого. До сцены я включу. Сейчас мы дойдем до вот до ларька, купим что-нибудь. Что хотим? Я не знаю, выбираем. Пожалуйста. 70. Можно баночку кока-колы? Ой, дождь начал сниматься. Да. Кого? Обзор. О, ливень. Сейчас надо спрятаться. Короче, дождь начинается. Да. Это не есть хорошо. А пепси? Еще пойдем укроемся на сцене. Все, купил, короче, Леха показывает, что там. Кока-колу зеро, без калорий. Че, пацаны, готовы выигрывать? Сейчас посмотрим. Без короче, мы нашли вот такое вот дерево. Яблони это или что это? Сейчас Леха хочет попробовать. Давай срывай. Сейчас вам еще бы найти. А, ну вот я нашел. Вот так это выглядит. Давай. Ну попробуй, может вкусно. Вкусно, ага, удачи. Я не знаю, что это такое. Это яблоко вроде. Ваша реакция? Очень вкусно. Советую. Приходите в парк, ешьте это обязательно. Короче, я не знаю, что делать. Начался дождь и не слабый. Фу, там еще косточка. Ну правильно, в яблоке нету косточки. Не, ну там есть, но не маленький. Шлёх сейчас будет открывать пенистую кока-колу. Ну нет. Не так сильно. Ну, тоже не контент. Говорят, без газа. Кто говорит? И без сахара, ага. Стойте. Короче, попьем и будем возвращаться во двор. Стоп! Что? Ребят, нам всегда врали. Всегда врали. Написано без сахара. А тут написано сахарный колер. Вот тут. Тут-то, короче, вот сахарный написано колер. Сахарный колер. Короче, сахарный колер. А говорят то, что нет сахара. Все, подожди. Нам врали всегда. Ну смотри, вот тут написано сейчас. Общие сахара 0 грамм. Сахара. У меня прям еще и сфокусировалось. Вкусно. Мы стоим возле администрации в парке. Да, это у нас. Вот администрация. Короче, ребята, всем спасибо за просмотр. Я заканчиваю этот влог. Все. Спасибо за просмотр всем.